Собака отчаянно пыталась спасти своих крошечных щенков. Их затопило дождем, и она звала на помощь. Бездомные животные каждый день подвергаются опасности. Им очень нужна наша помощь, ведь они просто беззащитны. В Омске произошла душераздирающая история. Из-за дождей место, где собака заботилась о своих новорожденных щенках, затопило. Она пыталась самостоятельно вытащить малышей, но у нее не получалось. Тогда собака начала громко лаять, чтобы привлечь внимание прохожих. В этот момент мимо проходила Ольга Новой, волонтер местной организации по спасению животных. Собака явно подзывала женщину к себе. Она подбегала к ней и тут же убегала обратно к щенкам. Проследовав за собакой, Ольга увидела женщину, которая пыталась что-то достать из канавы, полной мутной воды. Волонтер поняла, что в канализационной трубе под дорогой остались новорожденные малютки. Действовать нужно было немедленно, поэтому Ольга начала звать прохожих на помощь. Главным героем стал Александр, который тут же спустился в канаву и забрался внутрь трубы. Ему удалось достать нескольких щенков, но из глубины все еще доносился тихий писк других малышей. Парень несколько раз возвращался в канаву, пока не достал всех детишек. К сожалению, из семерых щенков выжило только 4, остальные захлебнулись водой. Приютить маму со щенками вызвалась подруга Ольги, которая живет неподалеку. Находясь дома у Алены, собака наконец успокоилась. Она очень тщательно заботится о своих детенышах, которых удалось спасти. Ольга сейчас занимается поиском хозяев для щенков. Удивительно, как же собаки умны. Поняв, что ее малышей нужно срочно спасать, она позвала на помощь людей. И хорошо, что есть такие люди, как Александр, Ольга и Алена, которые готовы в любой момент бросить все дела для спасения животных. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк. А также подписывайтесь на наш канал, где найдете еще много интересного. А если вы и спасенный вами питомец хотите стать героями нашего следующего ролика, то присылайте свои истории нам. Почта указана в описании. Будем с нетерпением.